Бадя! А? Чуєш, в тебе ж з буквою Р не дуже, правда? Ну, не дуже, а що? Розкажи анекдот про єврея. Ну, давай, давай, такий пікантний анекдот. Короче, приходить єврей додому і каже: «Сарочка, это невероятно! Мы богатые люди, мы выиграли в лотерею, 8 миллионов долларов, представь, Сарочка». Сарочка прибегает, обнимает того Изу, целует, говорит: «Изочка, какой ты молодец, у нас теперь будет дом, машина, заживем». Сарочка: «Подожди, все будет, но перед этим я должен поставить памятник Гитлеру». Такой большой памятник. Сарочка такая офигевшая. Она же: «Изя, какой памятник Гитлеру? Ты что, забыл? Гитлер, он же был против нас. Он нас уничтожал, отправлял в концлагеря, Голокост. Ты что?» «Нет, Сарочка, ты пойми, я обязан поставить памятник Гитлеру». «Изя, ну какой Гитлер? Бабушка, дедушка, ты, я. Он же всех нас отправил в концлагерь. Сколько лет мы там пробыли?» «Нет, Сарочка, я обязан поставить памятник Гитлеру. Всем, что у нас сейчас есть, мы обязаны ему. Ведь я поставил вот на этот номер».